Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. Так, здесь мы делаем с тобой бесплатно здание. Так, отлично. Так, соберем монетки. Тут яйцо у нас, ага. Забираем и помещаем. Так, задание выполнено какое-то у нас. Даже два. Забираем тогда награды. Так, для меня главное еда. Ну-ка, сколько тут? Опа, неплохо. Я тебе скажу, это очень даже неплохо, потому что я, по-моему, смогу сейчас сделать эволюцию. Вот она меня ждет. Так, не это. Не эту эволюцию я хотел, а я хотел сделать вот эту, друзья мои. Да-да-да. Посмотреть результаты, как ты видишь. Аланка 40 уровень и Маюнгозавр. Сейчас, наверное, надо будет доллары втюхивать, да? Или же ДНК, ну это ладно. Блин, 80 долларов, ну как это, ребят? Иначе ждать 4 часа, придется ждать. А что еще я могу сделать? Или же, если мы с тобой накопим доллары, можно будет это все сделать за счет денег. Так, открываем с тобой пак ДНК и монетки. Плюс 15 очков доверия. Так, классика. Так, получаем с тобой еще один пак, доллары. Так, ну смотри, мы уже можем с тобой, в принципе, сделать эволюцию, потому что там уже было 80 долларов, а у нас уже 99. Все, бесплатных паков больше нету. Так, опять задание выполнили. Принять участие, погладить и покормить. Так, кого будем кормить с тобой? Давай-ка определимся. Так, это все собрали. Ага, вот у нас есть голодный. Кушай. Так, он перекусил. Подожди-ка, а у нас что здесь? Можно сделать эволюцию, в принципе. Но для этого нужно за 100 долларов купить ячейку. И я этого делать не хочу. Так, ну что, погладить нам нужно, да? Погладили. На рынок. А на рынке нету. Они закрыты. Поэтому бесполезно. Так, забираем здесь. Покормить. Покормить. Подожди-ка, я же вроде покормил. Нужно разных, что ли? Ну, давай, к примеру, тебя. А почему бы и нет? Чем ты хуже других, да? Вот и все. Так, остатки роскоши. Ну что, пойдем сразимся в ПВП боях. Схватки. Но переходим и смотрим. Так, я хочу, во-первых, ребята, схватка редких. Вот это хорошо. Воу, только травоядные. Травоядные против хищников. Вы так хотите сказать? Ну что, давай попробуем, наверное, с собой здесь, в этой битве. А вдруг нам повезет, а? Ну, здесь все понятно. Погоди-ка, погоди-ка. Блин, Маюнгозавра-то у меня нету. Я же его в эволюцию запустил. Тогда давай мы с тобой сделаем немножко по-другому. Если он у нас находится на эволюции. Где вот здесь? Нет, не здесь. Он у меня вот тут вот. Войти. Так уж и быть, давай. Вы серьезно сейчас? Так, ну здесь ладно. Слушай, ну если я по 10 минут буду смотреть, это будет вечность длиться. Согласись. Поэтому мне как ни крути придется долго выжидать этот весь момент. Так, 46 тысяч еды. Маюнгозавр у меня есть, поэтому давай мы с тобой, наверное, сделаем немножко по-другому. Так. И скрестим вот. А, с этим не получится. Так, а на рынке у нас свободный есть? Есть. Ускорить бесплатно. Забираем. Мне просто нужен, ребята, хотя бы один Маюнгозавр. Согласись, это будет круто. Давай прокачаем. Да чтоб тебя, они все требуют с меня эту ячейку. За 100 долларов. Нету у меня долларов, ты понимаешь? Нету. Поэтому не могу я сейчас ничего сделать.
Да, друзья мои, придется выжидать. Так, вывести. Бесплатно. Забрать. Так, трицератопс у нас тут. Помещаем его. Ладно, фиг с ним. Пока как-нибудь без майонгозавра попробуем сыграть. В любом случае, нам нужно это сделать. Схватка редких. Поехали. Битва. Значит, здесь у нас травоядные. Берем с тобой Гуаньлуна, да? И ко всему прочему вот этого майонгозавра. Я думаю, что этого будет достаточно. Но если проиграем, ничего страшного. А, какой он, малыш. Так, естественно, бонус. Ну что ты тут будешь делать, а? Две атаки. И не побоялся же, а? Посмотри-ка на него. Ну, прощай тогда, родной. До свидания. Так, выходи там, кто там следующий у нас. Ага. Тот зянгозавр. Вот так вот его увеличать. Поехали. Не будем тут мешкать. Все, ему крышка, ребят. Ну, тут довольно легко, согласись. Когда ты играешь за хищников против травоядных, они разбираются на ура. А вот когда ты играешь наоборот за травоядных против хищников, тут, конечно, да. Тут нам вставляют люлей. Ну что, я пошел еще раз, ребята, а что делать-то? Единственное, конечно, косяк, что у нас с тобой... Так, а у него уже майонгозавр, ребята. Так что мы берем с тобой вот этого. А против летунчика мы с тобой возьмем, наверное... Так, подожди секунду. Так, и вот так. Я думаю, это будет самое оптимальное у нас. Угу. Так, я беру бонус. Только не надо переключаться, пожалуйста, на хищника. А переключится, да? Нет. Нет, ребята. Он решил меня атаковать. Значит, одна в атака, одна в защиту, да? Ну что ж, давай его немножко проучим. Раз, два, и вот так. Ну да. Одну он все-таки, ребят, поставил в защиту. Так, смотрим, что он будет делать. Две атаки. Ой, зря, парень. Ой, зря ты так чудишь. Тебе же крышка. Раз, два. Раз, два. Ну все, его здесь уже ничего не спасет. Жалко, конечно, что сейчас выйдет майонгозавр. Но, как видишь, атака-то у него будет здоров. Поэтому мы с тобой переключаемся. Так, ударил. Переключаемся быренько, просто моментально. Вот так вот. И все с тобой делаем в атаку. И будет победа за нами. На. Правильно. Вот так вот крокодильчик мой делает. Ну что, нам с тобой нужно сделать еще одну победу. Я думаю, для нас это не проблема, да? Забираем ДНК. Так, а это у нас что там? Какие там интересные награды вообще, ребят? Коллаборинг. Ну, тут половина тех, что у меня есть. Шанс 9%. Тут 9%. Ну, в общем, понятно. У этих вообще 2%. Пеликанимим 6%, да? Стегоцефал, вот его бы я взял, наверное. И Ютарраптора я бы, наверное, хотел бы получить. Ладно, будем смотреть. Что у нас тут? Так, два летунчика, да? Значит, нам нужно будут травоядники. 100% тебе говорю. И плюс травоядник. Травоядник, против него пойдет у нас хищнец. Так, хищник. Дальше пойдет вот этот. И, наверное, вот этот. Я думаю, что это оптимальный вариант для нашей вот здесь вот победы. Так, ну что? Аргентинозавр против моего... Гуаньлуна. Я думаю, здесь всем все прекрасно ясно, что сейчас мы его просто разорвем. Если он, конечно, менять не будет. А он меняет, ребята. И я тебе скажу, что зря. Так, одна атака, значит, одна в защиту пошла. Он думает, один такой умный, что ли, я не могу понять. Так, друзья мои, две атаки делаем.
О, не повезло тебе. Хорошечно. Так, второй охламон вылетел. Сейчас будет менять, наверное, скорее всего. Нет? Тогда до свидания. Ну и остается последний у него. Аргентинозавр против моего трицератопса. Ну тут, конечно, ушатает сейчас. Особенно если он 5. О, все, ребята, 4 атаки влил. Даже если он одно, предположим, очко свое, одно очко свое поставил в защиту, ему кранты все равно. Поехали. Все равно мы его пробьем. Да, ребята? Одну очку действий он поставил в защиту. Ну, как ты понимаешь, Гонь-Лунь со своей такой мощной атакой, естественно, его пробивает. Так что мы с тобой полностью победили и забираем пак. Арена водная. Ну, нужно 25 уровень достигнуть, чтобы она открылась у нас. Ну что, крутим и смотрим, кто нам здесь выпадет. Хотелось бы, конечно, заработать пак, но мы с тобой зарабатываем Лимносцелиса. За 400 долларов крутить еще, говорят. Нет, спасибо большое. Так, и у нас еще есть, ребята, только для травоядных столкновений. Давай-ка посмотрим. Оу-оу-оу. Это что такое, друзья мои? Это что-то мощное, да? Или нет? А ну-ка, давай-ка мы, наверное, с тобой немножечко побомбим его. Получится у нас или нет? В принципе, у него 26 атаки всего лишь. Я думаю, есть шанс у нас его победить. И здоровье-то у него всего лишь 103. Насутоцератопс. Вот так его увеличать. Смотри-ка. Ничего не боится. Совсем ничего не боится, да? Че, поехали? Угу. На. Но тут все довольно легко и просто, друзья мои. Когда один динозавр, как-то на изи все идет. Так, главное, что нам дадут ДНК, это хорошо. Вот еще бы доллар бы мне шли, было бы неплохо. Так, еще раз, два, еще 4, ребята. Столкновение нужно делать. О-о-о. А хотя, че я боюсь? Аллозавр. Тьфу. Аллозавр для нас вообще, друзья мои, не проблемы. Потому что у меня вообще вероцератоп. Ну, давай так сделаем. Ты посмотри, сколько у меня атаки и сколько у него там атаки. И у меня хп сколько, посмотри. А хотя мы такие маленькие. Вот зря ты это сделал. Все, тебе крышка. У меня 3 атаки, естественно, делаем. Он один. Ну да, одну защиту поставил. Отлично. Так, ну что, остается 3 столкновения нам с тобой сделать. И... А что мы там получим с тобой? Что за пак разыгрывается? Да что вы мне все водной ареной своей? Ну-ка, награда, бронзовый набор. Ох ты, ты посмотри. Тирано... Титан? Я что-то такого, ребят, не слышал, тирана Титана. Вот, Карнотавра слышал. Ну, Аллозавра мы видели. Иритатор. Афиакадон. Блин, ну слушай, прикольные. Очень прикольные, 12%. Пирораптор. Вот не надо только, чтобы мне выпал Кулазух. Вот не хочу, чтобы он мне выпадал, ребят. Ладно, столкновение. Смотрим, кто у нас вот. Летуны, летуны. У меня есть один летунчик вот такой вот хороший. Да? Тропиагнат. И мы сейчас будем драться именно на летунах. Ну, атаку... А у него кто? Джунгариптер. Джунгариптер. Так, он взял бонус. Что он будет делать? Интересно. Неужели... Да, ребята, он взял 2 защиты, прикинь. Он взял 2 защиты. Что же дальше будет? Одна атака. Я еще разок. Ну все, ему крышка. Да прикрывался. Слишком долго одно место мял. Надо было действовать. Ну... А так мы, ребят, победили. И у нас впереди, по-моему, еще одно столкновение. И все, да что вы мне суют и суют эту арену водную. Я и так прекрасно все знаю. Еще 2 столкновения. Так, ага, водяные. Но здесь мы возьмем, наверное,
Кулазуха. Как будто у нас есть выбор, да? Ага, у меня типа ящерица, а тут типа крокодила. Бонус берем. Так, что он будет делать? Две атаки? А вот это было борзо. Вот это было борзо, парень. Тогда прощай. Правильно, Клазух. Так его, башкой своей. Действительно, да? Он даже не то, что он на ящерицу. Он больше все-таки похож на змею. Именно вот головой. А мы с тобой, главное, потихоньку копим ДНК. И у нас последнее с тобой столкновение. Ох ты. Здесь у нас все, да, присутствуют. Так, ну что, я думаю, возьму, наверное, здесь пирораптора. Это будет первым. Так, по водной стихии у меня будет здесь... Неужели придется откат делать? Ладно, последние деньги затратил. Так, и по травоядным это будет у меня... Тебе, что ли, взять? Так, 19 к атаке. Денег, видишь, больше нету долларов. Все, ребят, не могу никого не откатить, ничего. Конечно, бы я взял бы лучше бы аргентинозавра или трицератопса. Но, судя по всему, нифига не получится, поэтому возьму майюнгозавра. Он тоже, ребят, неплохо будет, в принципе, справляться. Так, здесь берем бонус. Такой типа с крыльями, смотри. Так, он меняет динозавра. Кого он взял? Джунгариптора. Так, ну джунгариптора, по-моему... А хотя ты знаешь, я, наверное, попробую одолеть его сам. О, все, крышка. Но, правда, он сейчас тоже может нам здесь сделать трепку. Так, аллозавр появился. Неужели сейчас все его в атаку пустит? Он может. Да, ребят, он может. Он запускает это все в атаку. Зря он это сделал, на самом деле. Ой, зря. Мне достаточно сколько сделать? Две, да? И вот так вот. Так, аллозавра как будто здесь и не было. И остается вот этот вот. Насутоцератопс. Пока, Насута. Мы будем о тебе помнить. Но недолго. Все, ребят. Ну, вот такие события мне нравятся. Такие вот столкновения, когда 1 на 1 или 3 на 3, ну, у нас преимущество. Открываем. Так, кто-то из летающих, ребят, нам выпадает. Это Топежера. Топежера. Так, что у нас еще здесь с тобой есть? Погоди-ка, а почему вот это вот не открывается? Схватка чемпионов. А что я должен был сделать? Чтобы оно мне открылось? Ничего, да? Ну что, у нас еще схватка 15 уровня. Но я тебе сразу скажу, что мы не сможем. Или сможем, погоди-ка. А, у нас откаты по всем фронтам. Минималка — это 5 минут, а максималка — это 20 минут. 21 минута. Есть вариант, ребята, подождать. Ну, а пока мы с тобой ждем, что у нас тут есть. Какое-нибудь задание будет сегодня? Так, ага. ПВП-сражение. Давай, хорошо. Это я люблю, ребята. Так, опять же откат. Ёлки-палки. Ну, давай возьмем из того, что у нас есть. Раз, два. И вот так вот три. Кстати, мы же можем его покормить. Диплокаулуса. Можем, но не будем. Пойдем прям... Чего? Ай, не хватает ресурсов, ребята. Тьфу ты. Ну что, придется тогда за рекламу идти. Так, это у нас каритозавр. Ничего себе, он псих. Стоп, 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 стоп. Мне нужно поменять. Так, он у нас кто? Травоядный. Поэтому давай-ка мы поменяем с тобой на майюнгозавра. Вот так вот я сделаю. Так, наверное, сейчас поменяет на крокодила. Мне почему-то так кажется. Я прав. Ему достаточно... А, он сделал одну атаку.
Так, против этих у нас довольно неплохо, да. Меняем. Он одну атаку сделал, да? Ну что, попробуем его пробить. Но мне что-то кажется, что это не варик. Давай-ка я так попробую сделать. Так, будет он атаковать или нет? Как ты думаешь? Я думаю, две атаки он сделает. Меняет. А вот это плохо, ребят. А вот это плохо. Так, ну что, меняем. Раз, два, три. Ушатаем, как думаешь? Ушатаем. Блин, достаточно было и две атаки сделать. Ну, что ж поделаешь, ребята. А он, наверное, себе взял бонусы. Ну да. И давай посмотрим, какие он. Тут ему достаточно одну атаку сделать. А он просчитал, что я все вложил. Поэтому он не дурак. Естественно, он делает всего одну атаку. Угу. Так, раз, два, три. Я вот так вот сделаю. Восемь. Что он будет делать? Он, наверное, поменяет сейчас, да? А на кого? На топижару? Блин, а у нас здоровья-то мало. Ё-моё, ребята. Семь. Ну, уничтожил, уничтожил. Так, ну что, тогда попробуем, ребята, его вот здесь ушатать. Раз, два. А, у меня даже не хватит, ребят. Даже если я все волью, у меня не хватит. А если хватит, то топижара меня прикончит. Понимаешь? Плюс у топижара 54 атаки. Ну все, допрыгались кузнечики. Ну, бывает такое, что я могу сделать. Потому что, ребята, у меня все мои основные динозавры были в откатах. Ну, ты сам видел. Я взял уже из того, что было. 5 в атаку. Ну, правильно делает. Че тут уже терепунькаться-то? Ничего страшного. ПВПшку мы сегодня с тобой выиграем. Бедный мой динозаврик упал. Надо будет только подождать времени. Еще это ПВП, блин. Схватка. Что у нас по схватке, кстати? Мы с тобой смотрели же, да? Ну вот с этими, я думаю, мы с тобой могли бы справиться. Так, тут у нас бесплатно уже кто-то пирораптор готов, да? Нет, нет, нет. Мы пока брать тебя не будем. У нас еще 15-17 минут в ожидании. Можно кого-то, наверное, сходить покормить или что-нибудь поделать. Что у нас на рынке? Давай-ка глянем. Так, вывести. Ага, у нас еще и топижара есть. Топижару мы поставили. Все, пускай выводится. Это новый динозавр. Так, а здесь-то мы с тобой задание уже сделали, да? Ну-ка. Открываем. И ископаемый апатозавр. Угу. Лучше бы вы мне дали бы тиранозавра, легендарную карту. Меньше 1%, представляешь, такой шанс? Один, меньше 1%. Это... это жесть. Но ведь кто-то же получает их. Так, до 17 уровня нам далековато еще. Заселите только что вылупившуюся амфибию. Где вот мне, скажи на милость, взять эту амфибию? А? У меня же ее нету. Как я тебе ее заселю? Они порой меня так смешат просто-напросто. Так, а ты у меня... Да-да-да-да-да. Ты у меня не прокачанный по максималочке. Я все доллары просто-напросто, ребята, слил на эволюцию. Но я думаю, что она того стоит. Вот эта вот эволюция, ребята, она того стоит. Чувачок, я думаю, будет крутой. Жалко мне не посмотреть его характеристики. Ну да не беда. Ух ты. Гибридные виды. И вообще гибридные виды, это вообще, наверное, самый топчик, да, ребят? Так, у нас есть еще постройка, так что давай, наверное, ее сделаем. Хотя вот этого надо... ага, вот этого надо, денег нету, вот этого.
Опа. Типа чертового колеса здесь, да, у нас? Куда бы тебя поставить-то? Вот здесь будешь стоять. Отлично. Так, еще у нас, по-моему, есть. Ага, ископаемый. Они ведь дают бонусы, так ведь? Вот сюда, если мы поставим, во, отлично. Сразу и завершили. То есть прибавка голде, получается, идет. И что-то у нас там еще, фонтан, что ли? А, нет, 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 это у нас Лимнос Целис. Его мы пока трогать с тобой не будем. Ты у меня как? Ты прокачанный. Ты все, сытые. Так, вот здесь можно, ребята, немножечко. Требуется инкубатор. Как долларов не стало, сразу, ребята, все, тяжко. Доллары надо где-то зарабатывать. Верно? Верно. Ну что там по схваткам? Давай посмотрим. Здесь у нас все тихо. Так, открыть уровень 27. Это босс-событие будет. Вызов. Так, бесплатно. Тут у нас тоже еще один бесплатный. Ага, не то что один, тут их несколько. Вот кто у него здесь может быть? Не, я, конечно, могу взять Гуанлуня. Да? Гуанлуня. Так, сколько там тебе? Давай, берем. Велосираптора возьмем. Гуанлуня. И, наверное, вот этого возьмем. Я, ребята, рискну. Я хочу просто посмотреть, получится или нет. Ну, кто у тебя тут? Ох, ёк-макарёк, ребята. Три хищника взял, представляешь? Он взял трех хищников. Так, мы здесь практически с этим Ютараптором на равных. Так, беру бонус. Он тоже берет бонус. Я поменяю. Я поменяю вот на этого динозавра, ребята, и будет все четенько. Ага. Так, что он там, интересно, взял? Наверное, наверняка он взял бонус. Посмотрим. Так, одну защиту. И бонус. Ему трех ударов будет достаточно, чтобы меня вырубить? Да ладно, ничего не стал делать. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Перебор, блин, перебор. Ладно, фиг с ним. Иди отсюда. Угу, мой юнгозавр пришел. 5. У меня одна защита, ребят, стоит. Если он сейчас все вольет в атаку, он пробить, наверное, не сможет. Хотя... сейчас глянем. Неужели он все в защиту вбухал? Слушай, наверное, нам придется, ребята, атаковать. Все, адьюс. Так, и последнее это... Остафрикозавр. Первый раз в таком слышу. Нифига, какой он здоровый, ты посмотри. Так, ну здесь он что делает? Посмотрим давай. Наверное, 4 в защиту, 4 в атаку, наверное, вольет. 3 в атаку. 5, соответственно, в защиту он делает, да? В защиту, 100% тебе говорю, что он... Сейчас проверим. Все, ему крышка, ребят. Почему крышка? Потому что он потратил все очки, и сейчас я его буду наказывать. Так, пробьет. Упс. Ну, тут, друзья мои, все уже понятно, да? Что мы с тобой делаем вот так вот. И просто его уничтожаем. А как я просчитался-то, я не могу понять. Странно. Такой маленький, мощный, да? Динозаврик-то этот.
Ну что, мы с тобой приз новичка еще. А когда будет приз ветерана, ё-моё? Или приз мастера? Не надо мне больше никаких крутилок. Так, ПВП сражения сделал? Сделал. А зачем оно мне нужно было? Оно абсолютно мне не нужно было. Ладно, так, схватки. Где у нас там? Блин, без ограничений. Вот здесь бы я бы, конечно, подрался бы. Так, мы что с тобой? События все сделали? Сделали, да? Получается у нас... схватка? Вот это вот. Попробуем, ребята, сейчас справиться здесь. Будет сложно. Блин, да вы достали своими долларами. Так, значит, хищник. Против него пойдет... все в откатах. А, ты посмотри. Пойдет, наверное, у нас... ну, это слабый. К тому же у него здесь есть 31 уровня. 240 к атаке. Против него нужен будет летающий. А летающий у меня где? А летающий у меня вот он. Слушай, здесь я вряд ли, ребята, смогу сделать. Поэтому мне кажется, что нужно ждать эволюции. Нужно ждать доллары или время, которое там у нас идет. После этого брать аллозавра и... или как его там величать? Как его там величать-то? Кто у нас должен получиться с тобой? Еще и фиг посмотришь. Ну ты понял, да? Короче, мы с тобой делаем этого динозавра. И уже после этого идем... на схватке. Ну что, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!